турнире приняли участие 457 борцов из 8 регионов, включая Республику Крым и Севастополь. В сборную Краснодарского края вошло 166 спортсменов. Она стала самой большой командой на этих соревнованиях. Медали были разыграны в 9 категориях у юношей и 8 у девушек. Сочинцы завоевали 7 наград. 2 в активе девушек и 5 у юношей. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Челокян, Матвей Карась и Ливан Манукян. Бронзовыми призерами стали Анастасия Бажок, Андрей Бавкун, Григорий Аведян и Илья Кузьмин. Всего из 17 комплектов наград 14 золотых завоевали кубанские дзюдоисты, а 3 медали высшей пробы остались хозяевам первенства – сборной Адыгеи.